Заниматься выращиванием овощей невыгодно. На удобрения и сельхозтехнику цены растут, а на продукцию, картофель, морковь и капусту, наоборот, падают. С такими проблемами сегодня в Тулу приехали фермеры со всей области. Там прошла отчетная конференция аграриев. Поднимались вопросы поддержки. Например, в этом году заработали льготные кредиты не выше 5% годовых. Разницу между рыночной процентной ставкой займа и льготной банками напрямую будет компенсировать государство. До этого аграрии брали кредиты по полной ставке и тратили собственные оборотные средства. На сегодняшний день принято решение о том, что от этого государство уходит. Да, не нужно бегать в органы управления АПК для того, чтобы получить субсидию и так далее и тому подобное. Ставка 5% является максимальной для сельхозпроизводителей и предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. То есть она может быть и ниже. В постановлении так прямо и сказано, не более 5%. Да, не более. Соответственно, в зависимости от суммы кредита, направления кредита, состояния заемщика, но, как говорится, это уже такая технология банков по оценке заемщиков, да, эта ставка может быть и менее 5%.